Yeah, 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 yeah.
Ладно, сейчас включим. Так, пишется у меня, по идее, на диск Е по-прежнему, да? А у меня сейчас там свободно сколько? А, ну 80 гигов, норм. Хорошо. Замечательно. Так, только, пожалуй, лучше вернуть диспетчер задачи, да. Процессор чувствует себя достаточно нормально в БФНе теперь, 80%, да. Хотя это по-прежнему четырехъядерник. Надеюсь, что все-таки когда-нибудь, причем не так уж много времени пройдет, мне удастся его обновить до шестиядерника. 5600-го какого-нибудь. Так, что тут, зомби нет? Зомби нет, ну и ладно. Поэтому, наверное, я просто возвращаюсь, и вот сейчас мне надо будет все эти темы для разговора обязательно пробовать. Так, да, кажется... Да, значит, мы сегодня будем играть с Цитроном. С вот этим вот синим Цитроном, да. То есть, получается, если я сейчас открою папку NVIDIA Capture, то у меня там будет лежать, по идее... Да, отдельная запись с синим Цитроном, как я его открыл, да. Так, это просто какая-то запись непонятная, зачем я ее записал, не понял. И эта запись, это футаж, понятно. Хорошо, все замечательно, все здорово, можно возвращаться и потихоньку начинать. Блин, Цитрон какой-то такое ощущение, будто он и медленнее стал. Или у него анимация просто кривая по сравнению с ГВ2. Так, ну естественно, Драконий Зев, без улучшений. Но магистр. Магистр. Магистр 3. Стоп, что, я уже магистр 3, я такой жирный уже. Да. Ладно. Будешь уши осязаемые. А встать я на них нормально не могу. Так, заяц. Странно. Вроде... А, ну точно, она же пасха. Так, понятно. Уши такие уши, что между ними очень легко провалиться, мы поняли. А мне... Ай, это тупые уши. О, господи. Чё за хрень опять? Ладно, пофиг. Потому что я, естественно, за две недели, да, полмесяца я разучился говорить. И тем более я разучился говорить в видео, потому что последнее видео было чуть меньше месяца назад, да. Вот. Итак, вспоминаем опять же, что про что надо сказать. Про ГВ2, про ПВЗ-1, про Люмию. Про экзамены и про что-то еще. И про что-то еще. Опять забыл. Хоть на листочек опять выписывай. Так. А ну или все. Да. Ну или все. Кто? Так. Ну тут надо говорить, я понятно, потому что я не знаю, будет ли у меня вообще время что-то обрезать потом. Понятно, что видео выйдет числа и до 25-го, скорее всего, плюс-минус. Так, это не улитка, ли тут грузит? Нет, грузит. Так, товарищ, вылазь. Да, что-то я как-то стал слишком мало говорить. Не столь уж, чтобы хорошо. Кто там упал? Кого-то к нам принесло. Ага. Ой, у меня сейчас щит потрескается. Так, ладно. Естественно, без индикаторов я ничего не победил. Кстати, я больше пол хп снял, я молодец. Танцы причем. Так что, в принципе, неплохо. Так, ладно. В общем, сейчас надо сказать про ГВ2, про ПВЗ-1, про Люмию и про экзамен. Да, в принципе, все. Так, пам-пам-пам. А меняем на Драконьего Зева. Завершаем. Микрофон был включен. Посмотрим, что получилось. Ну что ж, вот и вторая попытка что-то слепить в Вегасе подошла к концу. В общем-то, сильно с плагинами что-то не изменилось. Разве что значительно теперь расширился обзор, потому что теперь вагон всего полно, вагон целый переходов. Это я еще практически ничего из видео спецэффектов не юзал. А тут тоже вагон всего от Сапфира, от New Blue, от BCC, тут полно всего. В общем-то, правда, когда я это буду изучать, в общем-то, проще все время юзать будет, наверное, вообще простой переход этот обычный.
и быстрее. И, скорее всего, оно так и будет. Но, тем не менее, оно как бы все есть. И, в принципе, вроде более-менее присноровился. Остальное уже будет чисто практикой. Сейчас ночь, конец 27 августа. Я это еще только заканчиваю. Мне еще нужно успеть записать видео по БФН этой же ночью. Вот. И я его тоже, видимо, буду уже монтировать в Вегасе, потому что все, что мне было нужно, я тут уже нашел, как делать. Наверное, еще также в ближайшее время я все-таки подсуечусь и найду какую-нибудь версию премьера тоже. Ну, на этом, в общем-то, все. Конечно, я тут не то чтобы много чего показал, но, тем не менее, оно тут вот есть. И, в общем-то, все. Время это теперь отрендерить и залить на второй канал, хотя отличий здесь от первой части особенно-то нет. Ну, в общем, да, все, с вами был я, Cydrus0974, подписывайтесь на канал, где теперь эксперименты еще и с софтом будут. Хотя не знаю, вдруг мне потом понравится вообще 21-я камтазия, я на нее перейду обратно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и в общем, всем счастья, всем пока, потому что это видео я так же, как и предыдущее, отдельным постом еще тоже опубликую. Ну а заливать при этом буду только на второй канал, потому что оно не настолько круто, а хватит звенеть так громко. Все, всем пока.